В общем, друзья, мы идем пробивать креативное пространство, новое, модное, за железнодорожным вокзалом. Не знаю, что там, но говорят, там очень круто. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, наверное, мы пришли. Хотя хрен знает. Пока ничего не понятно. О, депо написано. Сейчас здесь пошаримся, посмотрим, что здесь и к чему. Кстати, напоминаю, знаешь чего? Там, где у нас на Лиговском. Злачный райончик. Да, как он называется, я забыл. На Лиговский 50. Нет, раньше. Там, где это самое. Хорош. Ладно, сейчас найдем, может, какой-нибудь кабак, там посидим. Короче, пацаны, мы тут нашли светобар. Вот такой вот он выглядит. И вот так вот он выглядит внутри. А что здесь? Dark Ambient Folk проект. Но сегодня здесь у нас какая-то душная вечеринка намечается. Folk Ambient, что сказали там, Dark? Folk, Dark Ambient. Короче, шапка. Парень сказал, что... Херня, да, вам не стоит будет идти. A little bit crazy. Вы можете зайти чисто почилить под это дело. Это не наш вариант. Так, идем дальше. Судя по всему, как бы вот оно здесь летом-то все ништяк, а зимой как бы все закрыто, наверное. Эх, видимо, зря мы сюда приперлись зимой, вне сезон, да еще и в будний день. О, какой-то вагон разукрашенный. Сейчас идем к нему. Короче, пацаны, по ходу дела это кабак на колесах бывших, припаркованный вот здесь так вот. Эть, вагон-ресторан. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Зацените. Рядом с этой штукой, короче, какие-то сидухи из псины выдернутые. Прям как на платформе находишься. Челябинский вагончик. Челябинский вагончик. Вот люди сидят, жируют там. Пойдем мы, что ли, посмотрим, что там есть. Чем там подчивают? Газ. Чего? Суп за 9 евро? Да пошли они в жопу. А пивас есть? Нет, короче, бургеры. Бургер? 7,88 евро. Короче. Чикен, блядь. Картошка фри 3 евро. Суп. 9 евро суп. Да вы пизданулись. Нет, пацаны, это не наш вариант. Здесь суп за 9 евро. Пойдем посмотрим, что дальше есть. Но выглядит забавно. Ну, как бы походили, посмотрели. Ну, там есть греческая шавермушная. Греческая. Бля, я все время хотел в Таллине шавуху. Восьмой раз в Таллине и ни разу шавуху не ел. Надо как бы это исправлять. Можно взять с собой. С собой, с собой. Я бы лучше взял бы и шавуху, и пивас. А, сейчас что-нибудь раздуплимся. Интересно, а дельфин он кошерный или нет? Дельфин кошерный, да. Дельфин кошерный? Конечно. Ништяк. Я так сказал, как будто, знаешь, не задумываясь ни на секунду. Как специалист по кошеруту прям со мной. Как настоящий Изяслав. Ну, почти. О, азербайджанский шашлык. Шашлык. Наверняка там шавуха есть. Шашлык в лаваше. Или так шашлык в лаваше. Ну, нет, тут все понятно. Так, 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 так. Во, ебаный стыд. Шаурма, кебаб. О, шаурма, 4 евро. Вот весь прайс. Огонь. Бля, это все на улице. Даже пахлава есть. А, депо. Короче, вся эта богадельня, вот вспомнил, спасибо интернету, напоминает мне лофт-проект «Этажи» в Питере, куда я ходил на выставку енотов. Блять. А, ну так вот. Кебаб, Тбилиси. Баку. Как Тбилиси? Таллин, Баку. Таллин, Баку. А я, блядь, думал Тбилиси. Ладно, короче, Таллин, Баку. Тоже нормально. Тоже нормальные города. Ладно, ладно, ладно. Так, азербайджанский шашлык. Ну, это вы видели, это вы видели. Эх, сейчас куда-нибудь припасть. И пожрать. В общем, короче, лофт-проект «Этажи». Вся тема напоминает мне, а не Лиговский 50. Хотя Лиговский 50, наверное, тоже есть. Но я таких штук, кстати, не помню, из контейнеров сделанные, что вот, вот так вот можно как бы так. Нет, я про то, что там есть этот «Укусно», ресторан сербской кухни. Кухни. В общем, короче, вот эта тема прикольная. Но суп за 9 евро не прикольно. По фактам.
вне сезон или в будни, а здесь довольно-таки скучно. Народу мало, но заведения в принципе работают. Так что не совершайте наши ошибки и приходите сюда хотя бы в выходной день. Здесь довольно-таки интересно. Вот кебаб. Вот, кебаб. Смотри, грек-пита. Грек-пита. Вот, грек-пита. Куриный 3,8, вот. Свиной 4,3. Куриный, конечно. И пивас, и пивас, и пивас. В общем, да, господа, мы здесь упадем в этом кошерном месте и будем тестить эстонский кебаб с курицей и пивасом. Наконец-то. В этот раз в игре у нас пластик. Ну ничего. Так, 0,33. Вот такой пивас мы хлебаем. За хрен знает сколько денег. Сколько он стоит? Не знаю, все вместе 15 евро стоит. Все вместе 15 евро, это 2 кебаба и 2 пива. 2 кебаба это 8, по 3,5 значит пивас. Ну, в принципе, пойдет. Немножко по-деревенски внутри. Погоди, погоди, рано. Ну, собственно, вот, шавуха готова. Вот так вот она выглядит. Запакованная. И тут. Ну чё, картошку только ешь пока? Пока, да, она очень горячая. Сейчас будем тестить. Короче, господа, это у нас греческая шавуха. С курицей. С курицей. Вот смотрим, короче, тут картошки, курицы, овощи и соусов. И все это в такой лепешке. Сейчас будем пробовать. Ну что, друзья, съел полшавы. Итог такой. Соуса мало, вкус плоский, ну как по мне. Ну, может, для греков нормально. Соус не чесночный, как у нас в Питере принято. Классическая шава. Ну, может быть, это нормально. Но как бы я не особо брызнул. Ты как? Обычная греческая шаверма, типа это гирос. В Великом Новгороде можете поесть наподобие что-то. Только без картошки. Но соус не такой ядреный, как наша шаверма. Классический на греческом йогурте, на основе такой кисловатый, с характерными вот этими нотками греческими. Но, в принципе, не понравилось. Я не соглашусь, что вкус плоский, соус, конечно, хотелось бы побольше. Но не вполне нормально. Короче, не так тяжко, как после нашей шавермы, если бы она была такого размера. Вытягивает. Ну, у нас про шаверму еще и пожирнее. Да, вот это хорошо, что она не очень жирная. Да, она такая веганская. С курочкой. С курочкой. Веганская грязкая, курочка. Грязкие курочки на ней. Ну, в общем, по мне так четверочка. Тебе как? Да, наверное, да, четверочка. В общем, вот. Как-то вот так вот. Поел наконец-то за 8-й раз пребывания в Таллине шавуху. Ну, как бы вот. Ну, это не совсем шавух, конечно, греческий гирис. Ну, ладно, будем искать дальше. Ну, возможно, не в этот раз, но потом как-то.